Из Нидерландов, Эквадора и Кении в спальный район Барнаула. Еще 2 года назад эти маршруты были короче и экономически выгоднее. Закрытие воздушного пространства повлияло на цены. Цветы стали на 20% дороже. При этом теперь они попадают на прилавки как минимум на неделю позже. Одно дело самолетом из Голландии, другое – фурой. Если раньше цветок прилетал к нам самолетом, либо в Новосибирск из Голландии сразу, либо из Москвы сразу в Барнаул, то есть сроки поставок были короче, естественно, цветок от момента срезки до конечного покупателя приходил быстрее, качество, соответственно, было лучше. Получается, с момента среза и до прилавка проходит порядка 3 недель. А ведь еще хочется, чтобы букет простоял дома хотя бы неделю. Для этого флористы рекомендуют наливать больше воды в вазу, обновлять срез и делать это правильно. Когда женщины подрезают ножницами, получается, что стебель, видите, сдавливается. Это при том, что у меня ножницы очень острые. Стебель сдавливается, цветок плохо пьет. Вот это самая распространенная ошибка. Нужно подрезать ножом на отлете, наискосок. Видите, очень хороший получается срез. Если ежедневно срез обновлять, она раскроется, развалится. Но вот в этом месте голову не наклонит. То есть роза умирает с поднятой головой. А в этой точке со дня на день ожидают 3000 тюльпанов к 8 марта. И, кстати, не из какой-нибудь цветочной империи, а из Алтайского края. Именно тюльпаны мы берем наши алтайские, которые выращивают у нас в теплицах, потому что они самые большие, самые ровные, красивые тюльпаны. Вот 1 числа срезают тюльпан, 2 мы уже его забираем. То есть, конечно, свежесть. Тюльпаны традиционно становятся лидерами продаж 8 марта. В этом году стоимость одного цветка от 140 до 200 рублей. Далее по популярности розы. Средняя цена за штуку 260 рублей. А что касается букетов из разных цветов, порадовать небольшой композицией 8 марта получится за 600 рублей. Это минимум. Средняя цена по городу за букет – 2000 рублей. Максимальная стоимость конкретно в этом магазине – 15 тысяч рублей. Но, естественно, зачастую важнее не цена букета, а то, кто их подарил. С началом военной операции у нас еще и появились клиенты, которые заказывают прям из точек военных. То есть они пишут, да, и мы на доставках работаем. Иногда даже продукты покупаем, то есть что-то просят деткам, например, сладости какие-то. Мы всегда идем навстречу и радуем жен, детей. Закрытое воздушное пространство, отказ от экзотичных цветов, они слишком дорогие, непростая экономическая обстановка. Вопреки всему этому, барнаульцы не перестали дарить цветы. Напротив, по словам флористов, последние 2 года цветы стали покупать чаще, даже без повода. Несмотря, да, на все вот эти перипетии, мужчины все равно покупают и радуют своих женщин. Ну как? Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.